Всем привет, дорогие друзья, с вами я Бадди, и мы продолжаем с вами проходить игру под названием Far Cry Cleaning of Islands. Это у нас уже третья часть прохождения этой игры, третья глава, которая, ну, я вряд ли пойму, конечно. Радио Station. Что там с радио связано, короче, да? Радиостанция, короче, да? Так. Ну, в переводе означает, короче, что... Зачистка островов, это игруха. Поэтому да, мы продолжаем изучать острова. И походу, ребята, это... Да, ребята, это походу опять коротенькая глава. Потому что видите, какие объекты в этой главе. Маленький островок и все. Походу на то, ребята, да. Больше ничего нету. Ну да, это мы быстро, ребят, пройдем, значит, все понятно с вами здесь. 12 глав, и они, походу, очень маленькие. Вот первый, конечно, да. Мы проходили 48 минут первую главу. Она такая длинная была. Довольно-таки, да. Первую решили сделать так. А остальное... Ну, а просто тупо зачистка островов. Куда нахер, сука? Пидорас ебаный, блядь. Чё они теперь сделают, я не понимаю. Может быстро сейчас налететь на них? Это бесполезно. Нас все равно там обстреливают со всех сторон просто. Надо, короче, это придумать жестко. На тебя бошку брать. Мразь. Ничего могу сказать, трудная глава. Тут капец какой-то реально, видите, что творится? Хорошо. Тогда давайте по-другому пройдем. Вот так вот поплывем. Я думаю, да, лучше отсюда начать. С этого места лучше начать, реально. Тут и броник есть. И все, походу. Сейчас. Я тебя запомнил. Ну так вот нахер. Сейва до сих пор не было, представляете? Ну тут да, она как бы маленький остров, тут трудно. Наверное, я полчаса буду проходить. Блин. Ты
Я все равно ничего не буду вырезать специально. Я тебя уделаю. Что вам было интереснее смотреть? Я тебя запомнил. Потому как все равно мы перематываем здесь, вам интересно этот момент смотреть. При смерти. Откуда, блядь, не понимаю. Наконец мы в здании, ребят. Ублюдок! Что-то мы здесь должны уничтожить сейчас. Что здесь произошло? Нетушки. Вот так вот, короче. Ну и... Мне это сейчас ни хрена непонятно. Надо это не перевести, короче. Там, блин, на... Так что же мне нужно сделать здесь? Я, короче, перевел. Мы должны захватить здание, в общем. Каким образом? Да, я поплыл, короче. Вот так вот. Ну ты сейчас всех убью нахер. Они меня разозлили просто. Твари. Сдохни, сдохни! Что здесь произошло? Вы задолбали уже, блядь. Тут видите, что? Они со всех сторон просто стреляют. Вот там островки гребаные. Как тут пройдешь, блядь?
В эту голову невозможно попасть, блин, маленькую. Тут, походу, вообще птичек нету. Они ничего не хотят давать. Жадная говядина, блядь. Я за броней нахер. Она, правда, здесь провалилась, но... Она провалилась, ее невозможно взять. Замечательно, просто охеренно. Far Cry. Одна из самых охранительных игр мира. У меня есть винтовка. Точно, у меня есть винтовка. Я забыл про это, ребята. Я про это забыл, то, что у меня есть винтовка. Ну я дебил, конечно. Да, я дебил, ребята. Так вот нахер. Сейчас меня никто не должен убить. Мы его потеряли. Так. Мы его потеряли. Сладких снов, дружище. А тебя я слышал, дружок. Твою ж мать. Сейчас стрелять опасно было нахер. Что там следующее?
Так, самое главное то, что был сейф. Где он там стоит, непонятно вообще, нихера. Хотя бы броник дайте. А, все. Пощады не будет. Даже если вы захотели поплавать. Это типа тоже захватил, да? Ну теперь да, я просто должен уплыть отсюда. Мы как бы зачистили это все, зачистили этот остров. Плывем отсюда. Выполнили. Прошли еще одну такую коротенькую главу. Изи. Третья глава пройдена.